Здорово, YouTube! С вами Симаторинг, и сегодня мы продолжим играть в растение. Ну, короче, продолжим просто играть. Растение против зомби. Наконец-то уходит от ЛП. Погнали сажать. Эмоджи Джон Сина. Видите, как профессиональная игра. О господи, о божечки, это же солнышко было. О нет. Лезвие буду бавить. Вот так. Вот так будет лучше. Бум! Бум-бум! Ня-ня-ня-ня. Бум. Чё я взял? А, путаю. Думаю. Блин. Да ладно. Бум. О, господи, смотрите, тут 25. Ничего не было. Собираем. Бум. Собираем. Во. Собираем. Очень много. Собираем. Солнышки захватят мир. А вы знаете, что в будущем начнется солнце-апокалипсис? Он будет примерно такой. Будут падать солнышки. А из всех подсолнышков, что у вас есть, начнут падать солнышки. Нет? Запомните. Это очень важно. Не хочу, чтобы весь мир погиб именно от солнышек. Хотя, солнышки-то безобидные, но... Но не при солнце-апокалипсисе. Или апокалипсисе. Вот это я не знаю. Ну ладно, переживем. Или нет? А я думаю, да. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Видите, как кло сейчас будет? X-комбо. Пум. Комбо X2 килл. Комбо 2 килл, ё-моё. Как весело, весело. Встретим Новый год. Ну, стоп, мы же его встретили. Да, на дворе март, но мы еще хотим Новый год. Или хотим. А чё ад? Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Чё? Я успею. Нет, это не совпадение просто. Ты кто такой? Ты кто такой, я тебя не звал? Уходи. Щелкните приветики, сосед. Щелкните для продолжения. Ой, не то щелкнуть. Меня зовут Безумный Дэйв. Пока, Безумный Дэйв. Чё?
попробуем забить страйк. Весело! Очень весело! Это что, взрыв орех? Стена орех? Что? Нет, конечно, я все понимаю, но это я не понимаю. Ну, что не вынес-то? Что не вынес, а? Что не вынес, а? Ты что, соп? Ой, блин, забыл. Не понял. А, точно. Вася, Вася, подожди, что происходит, что тебе надо? Я не могу понять, что всем надо-то. Ой, я знаю. Да блин. Да! Я молодец. Малосольный огурец. Бум! Испугались, да? Нет? Ну ладно. Совпадение ли это? Не думаю. Бух, бух-бух. Бабых! Стоп, а в прошлом видео... Стоп, а в прошлой катке это было? Я не помню. Глядеть, как мы быстро завершим. А, давай. Давай. Ой, надо прикончить это, а то сейчас убежит куда-нибудь еще. Его там найдешь. Не понял. Все, пусто. Все. Ой. Короче, все понятно. Ой, вы кто? Эй. Ну ладно. Подождем. О, глядите, лопатка. Что это? Выкапать растение. Выкапать что? Может быть, вы? Может, еще выкапать? Или выкопать? Или закапать? А тебе, пожалуй. Думаю, я успею разрастись, да, богом. Ну, как богом? Ну, примерно богом. О чем? Нет, 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 нет. О, вырос. Как-то вы быстро зарядились. Зарядились или зорядились? Вот слово редиска, ё-моё. Бум. И такой, нет, нет, если ты подойдешь, что мир взорвется. Хотя, в принципе, судьба не их делом. Вообще, я могу двумя растениями. Картофельная мина и кабачок, знаете, полуровня прожить. Знали такое? И накорить кучи солнышков. С моря солнышков. Бум. Знаете что? А вы ничего не знаете, правильно? Да? Вы же ничего не знаете. Ну, я так и знала, что вы ничего не знаете. Я же экстрасенс, ё-моё. Я же...
Я же дед Ванга. Смешно, да? Дед Ванга. Вы поняли? Кстати, какая фирма, семья? Ну, ты можешь прикупить, а то еще мало ли чего. Зомби-апокалипсис, там все такое. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Бум! Вовремя. Знаете, пора растрачиваться. Так, уже видали 650, новый рекорд. О, видали 650. О, уже 700, видали новый рекорд. Я вообще побиваю рекорды. Я в курсе, он перепрыгнет растения. Я не один раз проходил игру. Ну-ка, посадил все. Не понял. Не понял. Это что такое? Ой, повисло. Не надо виснуть. Слышите? Не надо. А, блин. Нет, фиговая катка. Я знаю, что примерно к тому моменту. Моменту, ё-моё, что? Так, мы вернулись к тому моменту. Итак, один-один. Что? Что? Ну все, придется жрать. Ну это. Ой, 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 не плачь, не плачь, бедненький, не плачь. Все будет хорошо. Да кого я? Да кого я, блин, обманываю, все будет плохо, очень плохо, просто супер плохо, я вам обещаю. Так, быстро, так, быстро, на чем остановились? А, точно, на том, что я вернулся к тому же моменту. Да, меня глюкануло. Я глюканул, у меня глюкоза вскочила. Что, простите? На. Это как бин-бин-бин-бин. Батя зданий. Бин-бин-бин-бин. Давай. Ты сможешь разрушить иллюзию. Разрушь иллюзию. Это не мир, который ты видишь. Это, ой, чуть. А, вот он. А, так. Вот он, а я его не замечу. Ну ладно, с кем не бывает. Готово. Очень готово. Я вам даю 3 секунды нажать паузу и прочитать. Раз, два, три. Все, мы прочитали.
Короче говоря, молчок. Да, мне очень скучно. Супер скучно. Замечательно скучно. Очень скучно или весело. То, что хочу я. Вот то ли не скучно, то ли не весело, то ли еще что-то. Ой, блин. Ой, блин, точно, мина. Фу ты. Пистолет-то, оказывается, в дырку надо сувать. Фу ты. Ням-ням-ням-ням. Чайная какую-то, а? Чё, я что-то кушаю? Ой. Это же правда. Меня раскрыли. Я в шоке. Меня раскрыли. Меня вычислили и раскрыли. Его только взорвали. Ой. О, откуда ты родился? Он родился из взрыва. Блин. Обожаю. Блин. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. О, господи, недостаточно солнышко. Да я понял, что недостаточно солнышко. Только мне нужно достаточно солнышко. Во. Вот так. Так вот, будем чередовать. Как вам такая тактика? Чередовка. Тактика называется чередовка. И она обеспечена на провал. Почему? Я не знаю. Но почему-то точно. Если уже я так сказал, то... Значит, я так сказал. А если я так сказал, то значит, да, значит все так и будет. Наверное. Ну, конечно, может это его и не быть. Но, в принципе, все возможно. Вообще гениальная логика. Хотя, вы сейчас, наверное, пожалуйста, не пишите про то, что... Фу, дурак, сначала надо минус ставить, а потом сценарий. Нет, у меня другая так. Нет, спасибо. Это и забыл. У меня есть такой новый вид под названием ледогорох. Или как там? А, вот ледяной горохострел, во. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я полный профессионал. Блин, это было плохо. Это было ужасно. Нет, нет, это было идеально. Хотя, попробуйте определить, это было идеально или плохо. Ну, догадались? Нет. Я сразу понял, что нет. Да, через... Рядуется. Да, да, да. Именно так все и хотел. Тыщ. Блин, на телефонах вот так тут. Хотя, тут тоже так можно. Ну, не совсем. Вот так. Но все равно примерно так же. Примерно так же. Ой, ой, уже волна. Волна. Нет, 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 только не волна. Нет, 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 нет. Хотя у меня, знаете, такое чувство, что я играю в какую-то сверх игру.
Все, теперь даже крайний случай никто ничто не возьмет. Ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой. Верните мне мой 2007. Скоро будет 1000. Давай, давай. Давай. Это все это побило все мои рекорды. Это все рекорды побиты. Все рекорды побиты. Ура! 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 Вот примерно на такие случаи у меня и были. Оба, это кто? Это какой-то монстр. Монстр же? Да? Нет? А я думаю, да. А я думаю, да. А я думаю, да. Окей. А я думаю, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, короче, вы поняли, да? Ой. Раз, два, три, все. Это что такое? Вы тоже это видите? Нет, вы тоже? Это что? И это что все? И это. Что, простите, это все? Ой. Короче, вы поняли. Спустя долгих выборов я все-таки заставил. Или нет, надо другое. Вот, еще одна конструкция. Нет, надо другую. Эту катку я решил назвать дорогой. Нет, надо другое что-то. Вот, думаю, это как раз не подойдет. Нажимаем.
Итак, мы... Да. Итак, мы вернулись к этому моменту истины. И теперь... Так посмотрите, как же это офигенно. Это будто слоу-мо. Я просто в шоке от такого слова вот мо. Какой же комплект выбрать? Думаю, это самый лучший комплект и какое-нибудь состояние. Поехали. Тум, бам, бам. Come мальки. Вот дети. Я думаю, видосик уже долгий получается. Поэтому мы на сегодня завершим. Да. Но сначала завершим уровень. Завершим сначала уровень. Все, завершаем уровень. Очень быстро завершаем уровень. Бум! О, господи, 250. А, не показалось. Готово. Хочу фаст реген. Да. Нет. Нет. Давайте сюда посадим. А, куда-нибудь сюда. Потом куда-нибудь сюда. Че еще? Вот все, вот так вот быстренько мы разорились до нуля. Так и не удалось набрать 420. Да тут это невозможно, потому что тут по пятеркам идет. Нет, мы подождем пока что. Хотя нет. Зачем ждать? Когда есть
Сирокин плюс. Сирокин. Ну да. Может быть, керосин. Все может быть. Все может быть. Даже плохой сигнал наушников. Ой, блин, этого не хватало мне. Нет, 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 нет. Дайте, дайте, дайте на санфлавер, на санфлавер. А быстрей, стреляй. Да вы шутите? Окей. Это будет долго. Окей, у меня хотя бы есть время подготовиться к волне. Ой, блин, нет, нету. Больше нету. А ух, крик, храю, что это делаю быстрее. Няшка, я няшка. Кто сказал то, что я няшка? Я сказал няшка. Кто сказал, что я няшка? Я сказал, что я няшка. Я бы еще сказал то, что я яшма. Бабкина яшма. Яшма. Да, ты не там пошел, слушай, Вася. Вася вообще не там пошел. Ой, Вася, Вася не там пошел. Вообще Вася не то, не то, не то пошел, не то пошел и не сделал. Ладно, начнем. Огорошеватель. Да. Вот так прочитал. Еще одно солнышко. Да. Готово. Вот. Ставим и получаем. Это сколько? Раз, два, о, четыре. Отлично. Большой результат, знаете. Самый лучший результат. О, я туда поставил. Вау, я дед Ванга. Не забываем то, что я дед Ванга. Ну, куда-нибудь в центр посадим. Вернемся к игре. Да я, блин... Блин, в шоке от своих сил. Я реально говорю, я дед Ванга. Следующий зомби. Куда им предстоит? Посадите огорошеватель, пойдет здесь. А следующий, не думаю, что, думаю, не скоро пойдет здесь. Ну, где-то, ну, на волне точно пойдет. Ну, он может быть, конечно, и сейчас может прийти, но на волне точно может пойти. Хотя нет, не точно, но шансов 75 есть. Или 20. Ну, шанс, ну, процентов 25 есть то, что. 50, 75. Нету процентов. 25%. Ну, вы видите, да, 25%. И мы узнали всю истинную правду. Соп, какая истинная правда? Вы что, совсем? И... Очень долго. Глядите. Ну, этот зомби всего лишь остался. Мы чё, в Слендермена играем? Какие записочки? Не, ну вот нафиг, знаете? Муташа? О, Нет, мы тоже в Слендермена играем. Мы нашли записку. Привет, мы скоро начнем всеобщее наступление на твой чудный дом, твои зомби.
А это будет в следующей серии. Поэтому, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Симаторин. Дубль номер 2. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. Нет, не ставить лайк не обязательно. Оцените вот видеоролик лайком или дизлайком. Ну, самое главное, подпишитесь на канал. Ну что ж, с вами был Симаторин. Всем бай-бай. Бай-бай, интернет. В смысле, девушка, или коту? В смысле, я.